Здравствуйте, подписчики и гости канала. Рад приветствовать вас. Я уже раньше ходил на выставку минералов в галерею АВЭК. Она проводилась до Нового года, в 2019 году, осенью. А сейчас она опять повторилась. И я сейчас вместе с Клевцом Александром Александровичем пойду на эту выставку, и мы там побеседуем, рассматриваем минералы, посмотрим, какие новые образцы добавили. И вы тоже все это посмотрите. Мы не будем очень сильно длинный делать ролик, поскольку я уже был один раз, и там вы уже все это видели. В этот раз немножко какую-то дополнительную информацию посмотрим, расскажем. Ну, как получится. В общем, вы все это увидите. Как бы долго говорить не буду, давайте начинать. Учусь уже на выставке, где будем рассматривать сами минералы. Оставайтесь на связи. Поехали. Представлена коллекция апатитов и флюоритов. Прекрасная груза флюоритов. Флюорит вот на органите. Так. Ну и апатиты. Да, тут версты, конечно, классные. Так, это у нас... Шейкит москвит. Пироморфит, ага, зеленый. Ага. Так, ну, переходим. Вот перед вами друза аметиста. Это двух генераций. Началось ли гидротермальные растворы. Выпадал аметист в виде кварца и потом горного хрусталя. Потом пошел второй раствор и пошло выпадение. Uh-huh. Была пустота и пошло выпадение кальцита. Ну, здесь видите, кварц, дымчатый, октопаз, марион. Вот здесь различные типы. Кварцы. Ну, вот цитрин. Это вот, я не знаю, природный или нагрели. Это, наверное, природный. Да, ну, вряд ли. Ну, может быть, ну, цитрин же. Ну, блестят они, конечно, от фасика. Камень богат. Очень классно. Ну, вот это на аметист что-то не похоже. Вот это вот шелуговая. Ну, видите, он так такой блеклый. Не, вот это аметист, и может, то аметист, а там просто нет, наверное, у него этот, вывески. Ну, может. Кстати, да. Наверное, так оно и есть. Там, скорее всего, дымчатый кварц. Ну, кстати, я этого образца на прошлой выставке не помню. Кого? Вот этого вот. Вот этого вот. Это, походу, новый. Поставили эту, и приставили эту. Да, ну, тот цитрин природный, вот это что-то не похоже. Скорее всего, марион, может, нагревали. Ну, может. Так, это у нас... Ну, это красный, потому что примесь гематита. Угу. И представьте себе, интересно, что, допустим, хризопразия, вот хром дает зеленый цвет. Хром, да. А в рубине красный. Вот удивительно. В зависимости от решетки. Все бывает. Ну, здесь тоже опять кварцы. И яшма. Яшма картинная, конечно, да. Красавец. Зашибись. А стоп, это что сиреневая? Так, это что? А, халцедон. Ага. Это кремень. Да вот яшма тоже, такой не помню. Классная яшма. Ну, сугулит, я не знаю, что это такое. Сугелит, кстати, что-то знакомое название. Я почитаю, тогда вставку, наверное, видео сделаю. Ну, вот это цитрин, вот это, да, природный. Вот. Ага, ну да, он такой яркий. Классно. Ну, здесь бирюза, скорее всего. А, нет, гемиморфит, сфера. И самородная медь. Так... Да-да. А гемиморфит классный. Очень такой яркий цвет.
Ну вот метеорит. Железистый. Добавили. Метеорита не было. Ага, точно. Да-да-да. Да, я его тоже в прошлый раз не помню. Не было. Метеорита вообще не было. Так. Вот здесь сапфиры, да. А, это лазурит. Сапфир, да. Сапфир, рубин, вон он. А, рубин в саизите, у меня такой образец есть. Да, это же метаморфический, вы говорили. Что? Метаморфического генезиса. Ну да, эпидотовых амфиболитов. Mm-hmm. Там, там топаз, флюорита нет. Флюорита нет, тут написано, топаз, флюорит. Ну это с этого, с хорошего. Ну да, флюорита там реально нет. Топаз, вот, смотри, вот это вот топаз, а вот это вот клесовит. Вот это, полевой шпат листочками. Ага. Клесовит. Вот это ж классика, вот это вот, потом вставишь в ролик этого. Парапигматиты. Ну да, хорошо. Вот это классика вообще. Альбаид это турмалин, да, вот это? Да, это... Нет, стоп, рубелит. Рубелит. Не, вон, эльбаид. А эльбаид это этот, наверное. Турмалин. Да, 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 да. Это тоже какой-то редкий. Там с литием. Не буду отрицать. Наверное, да. Ну, их там очень много разновидностей. Акварин какой-то маленький. А что, тут аквамарин здоровый убрали? Да, получается, что убрали. Поставили. Так и аквамарин такой этот. Полупрозрачный такой. Светло-светло-голубой. Ну ладно, что здесь-то есть. Ну это вот мушковит. Ну гранаты класс, да. Мандин мушковит. Лабрадорит, да, у нас таких нету. На головинском месторождении тоже вот он мадагаскар. Ну у меня такой мадагаскарский есть, только маленький. Ух ты, лабрадор. Ну, лабрадорит. Лабрадорит, да. Лабрадор это порода. Ну да. Вот такой маленький у меня есть лабрадорит. Теперь буду знать, что это с Мадагаскара. Наверное. Ну, здесь сфалерит, халькопирит, галенит. Полиметаллы. А смотри, марказит можно перепутать с этим, с алькапиритом. Такая же это, как это, побежалась. Да, кстати, да. Как тут, может это алькапирит, можно не перепутали. Да, может. Они вообще очень похожи. Я не знаю, есть у марказита побежалась. Надо по справочникам смотреть. Что такое ромашинит? Без понятия. Да, сульфиды, конечно. Не, убрали, ну, красавец. Ну, не ваш красавец, не, но убрали. Демократическая земледельческая куба. Конго. А к этому подходили, так и не купили. У него был с Урала, ну вот этот, ага. Который на выставке. А что это такое синее? Купорос. Ага. Штучный вырос. Халькандит, я понял. Да нет, купорос. Ну, там так называется. Купромасса-4. А к этому вообще искусственно выросли. Брали раствор. Да. И постепенно это, увеличивали концентрацию. Да, это да. Да, я скажу, что у них нету с Урала. Медный купорос. Ну вот это вот ей понравился этот гипс. Светлане Бада. Особенно вот это когда с Польши вот этот. Ага. Что тут интересно? Ну, гипс это, в принципе, самое простое, что может быть. Не, ну что красивые розы. Это да. Не, а вот кальцитовые, да. Ну, кальцитовые, понятное дело. Кальцитовые редкости. Ну а вот еще кальцитовые, да. А дальше уже. Гипс на галите, я не вижу галита. И гипс. А, галит внизу, да. Ага, да.
А, ну вот это ей польский гипс понравился. А, это здесь ей понравился, да? Да, да. Понятно. Ну, не, ну здесь хорошие образцы. А классные. Роза ей подарил, ей не понравилось. Понятно. Ну, убрали моего красавца. Ладно. Ну, вот это вот, да. Вот. А, вот добавить. Ну, вон это вот когда-то. Ага, да-да-да. Структура это. Полосит. Оливин с железом. Ну, вот эта вот структура, так называемая. Ну, это не она, на самом деле. Не, ну там пересекающийся. Там пересекающийся, да. Видманштетты новые фигуры. Ну, да. Так, полоситы. А большие полосы? Много. У меня два больших куска, это винницких импактитов. На винницкой остробление у меня там был. Это терновская остробление. У меня дома два масса есть. Ну, у меня есть тактиль. Поболее, чем у него. Ну, Давид, чего мне этот, не в виде шариков? А, не знаю. Не могу ответить на твой раз. А это что, тектит, что переплавило стекло? Да. И окрашивается тем, что находится в субстрате, ну, то есть попутно. Ну, а так и не скажешь. Ну, оно, скорее всего, это изотропно. Да, там нету этого синхронии какой. Ага. И вот такой тоже есть, тоже с оленецкого краса. Ясно. Вот так, в принципе, найдешь, подумаешь, что это туф. Да-да, и не скажешь, что он этот импактит. Надо все четко задокументировать, потому что потом опять экспозицию поменяют, и опять нифига не будет. Ну да. Так что ты нашел эту друзью? Да не нашел, походу. Видно, ее добавили, когда я уже не ходил. Видите, они меняют. Ты же был в сентябре. Они меняют экспозицию. Ты же в сентябре был, а я где-то в октябре. А потом уже, да, потом уже я уже не попал. У меня там всякие начались другие дела. Поэтому да. Оно такое неправильное. Ну вот, пошли тоже. Ого. Тут уже за железное. Круто. Мне это очень дорого. Вон эти вандерштейновые фигуры. Ага, сейчас посмотрю. Да. Полосите. Да и вон, смотри. Вон раз, вон два. Ага, сейчас глянем. Да, они большие. Ну, вон эти вандерштейновые фигуры. Ну, тут еще лучше сверху. Получается, что их протравливали, да? Да, да. Без протравливания там не получилось ничего. Ну, смотри, вот на вот этом железном видно тоже. То есть, если его протравить, то там тоже будет. Вот, ага. Вот железный, видишь, там тоже пересечение. Ну, да-да-да. Протравить будет то же самое, что и с этим. Ну, это специально вот этот, спилили. Ну, их же так и делают, чтобы изучать. А без этого же никак. Ну, тут вечерний Салтов, ты что, на Салтове упал, что ли? Возможно, у нас метеориты на Журавлевке ищут вообще-то, ну, то есть, да? Фиг его знает. Да их везде ищут, где малолюдно. Ну, они очень дорогие. Вы полосит, это железо-никелистый сплав с оливином. Ну, не обязательно, вот. Написано еще, ну, и с пироксеном. Ну, или с пироксеном, да. Вот. Ну, написано, что очень редко, что железные больше встречаются, чем полоситы. Да, железные самые такие. Ну, вот это, знаете, вот это каба. Куда мусульмане приходят, целуют. Ну да, да, там даже тоже метеорит. Железный. С неба, да, упавший, да. Я знаю.
Я смотрел лекцию там на Ютубе интересную. На первом геологическом. Павел Плечов. Помните, я вам рассказывал про тектонику. И там не только про тектонику рассказывал, про петрографию. Там разное. Очень много всего интересного. Вот. Ну то он как бы такое на профессиональном уровне читал, а я так как бы. Я пытаюсь адаптировать в более такой попроще уровень. Это у нас изделие из камня. Хоть через экран телефона посмотри, потому что такое яркое солнце, что можешь это плохо видно. Западно рефировать это все, что еще сделано. Да-да, сейчас так и сделаю. Стерка мне лес Виктор Чубюк. Ага. Тут все дорогие образцы. Так, янтарь. А, клуб Фупу смотреть. Так. Ну да, что-то есть. Руки видно, надо проходить отсюда. Ага. Да-да-да, видно. Большой образец. Ну, докопал. Копал это ж. Смола. А. Да нет. Не вошел в стадию диагенеза. А, то есть он как бы не доделался? Да, он. Если бы он прошел в стадию диагенеза, он превратился в янтарь. А этот как бы копал. А, то есть получается, это современная смола более. Ну да. Ага, я читал про них, да. Их тоже добывают, они тоже очень ценятся. Ну, не настолько как янтарь, но тоже ценятся. Ну да, я паука. Ну да, паук. Да, тут и комары, и муха, я сам. Круто. Да, ну пошли. Вот мы и побывали на выставке минералов в галерее АВЭК. Образцы очень интересные, красивые. Сан Саныч рассказал немного про условия формирования, какие у нас имеются образцы, какие появились они за границей. Ну, в принципе, вы и сами это видели. Вот. Также появилась очень интересная экспозиция метеоритов. Метеоритов в данной экспозиции было очень много, они были разнообразные. Я еще когда вернусь, сделаю пару фотографий, поскольку выставка будет продолжаться до 28 июня. Вот, так что еще будет есть время, и те, кто хотят ее посетить, можете ее посетить. Раньше я не снимал янтарь, вот, и решил здесь его заснять. В образцах янтаря имеются мошки, сохранившиеся. Также там есть разные разновидности янтаря. Ну, янтарь я не очень силен. Там тоже очень много разных разновидностей. Их там несколько десятков. Также существует то, что мы говорили в самом ролике. Существует еще такая вот, типа, застывшая смола современных деревьев, которая тоже обильно изливается из семи деревьев. Застывает, но она не претерпела
диагенез, поэтому она является максимально современной. Она не такая твердая, там у нее как бы ее свойства отличаются от собственно янтаря. Янтарь он более такой, все-таки консолидированный по отношению к этой более современной смоле, которая просто застыла. Она еще не прошла этап диагенеза. То есть уплотнение, там, консолидация небольшой. Вот. Ну и как бы там еще была выставка насекомых. Ну, насекомые, как бы говоря, я не очень владею информацией. Вот, поэтому дезинформировать вас не хочу. Вот. Если будут пожелания, можно написать, можно будет заснять. Так я не планировал. Вот. Даже это совершенно другая область знаний. Вот. На этом я хотел бы завершить. Спасибо всем за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. Ролик про пигматиты я сейчас готовлю. Скоро, я надеюсь, он выйдет. Вот. Так что наберитесь терпения. А сейчас я с вами прощаюсь. Всем пока, до новых встреч, всем здоровья, успехов, удачи, всего наилучшего. С вами был Ярослав Нек, до связи.